Ну что, разработчики наконец-то показали, что нас ждет в Ганадзуме и как она будет выглядеть. А это значит то, что самое время начать к ней подготавливаться. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейт. В сегодняшнем видео мы с тобой разберемся, что нужно успеть сделать до того, как выйдет обновление 2.0, что нужно сделать, чтобы максимально эффективно начать проходить и на зуму, и чтобы это было максимально безболезненно. Перед началом ролика я тебе посоветую обязательно подписаться на этот канал, потому что здесь я стараюсь выпускать самые последние новости по игре Genshin Impact, и поэтому если ты хочешь быть в курсе всего и всего, то обязательно подписывайся. Тебе не трудно, а мне все-таки приятно. Но это мы с тобой немножечко отошли от темы. Итак, первое действие, которое тебе нужно обязательно сделать перед открытием версии 2.0, это максимально закрыть острова. Да-да-да, вот эта вот мини-локация, которая сейчас у нас доступна, острова яблочные, их нужно закрыть максимально на 100%. Конечно же, есть проблема в том, то, что ты никогда не знаешь, на сколько процентов ты ее закрыл. Но в любом случае тебе нужно пробежаться обязательно по всем островам, забрать оттуда все сундуки, вытащить максимальное количество примагемов, которые разработчики нам туда засунули. Потому что с выходом обновления 2.0 эта локация просто исчезнет и у тебя не будет возможности проходить там дополнительно. Плюс не забудь то, что там есть некоторое количество достижений, там, по-моему, 3 или 4 штуки, которые тоже надо обязательно выполнить. Второй пункт ⁇ это, конечно же, выбрать для себя наиболее приятную и удобную интерактивную карту. В настоящий момент есть, по-моему, два или три разнообразных сайта с интерактивными картами. Один сайт — это официальный от Михайо, и два фановых. Ссылку на все интерактивные карты ты найдешь в описании. Какие плюсы каждой интерактивной карты? Есть первое — это официальная интерактивная карта. Здесь прям все удобно делается, здесь абсолютно можно всю найти информацию, но проблема в том, что на фановых есть информация немножечко на вперед. То есть, допустим, сейчас на официальной карте еще пока не добавлена Инадзума. А вот на фановых уже есть примерная локация Инадзумы, как она будет выглядеть, но пока что нет горячих точек. Официальная карта обновляется моментально с выходом обновления 2.0. Фановая будет обновляться постепенно с получением информации от игроков. И я, конечно же, тебе буду советовать пользоваться именно официальной картой, потому что там все удобно видно. Там, где все геокулы, окулусы, все можно найти. Где находятся сундуки, где находятся загадки. В общем, вся информация, которая тебе пригодится, когда ты будешь закрывать и надзуму. Плюс к тому же этой картой можно воспользоваться для того, чтобы по-нормальному закрыть острова. То есть собрать там все ракушки, сундуки, то есть то, что мы говорили с тобой в прошлом пункте. Поэтому обязательно выбирай интерактивную карту, она поможет тебе в быстром и эффективном закрытии локации и надзумы. Потому что бывает такая проблема, просто бежишь, собираешь все, что видишь, а потом остаешься на 90% закрытия локации и не знаешь, где найти оставшиеся сундуки. Поэтому обязательно интерактивную карту берешь и отмечаешь там все, что находишь, чтобы потом не было мучительно больно искать то, что осталось. Третий пункт ⁇ это не спешить с поднятием своего уровня перед выходом обновления. В чем заключается проблема? Да, то есть как только мы повышаем наш уровень мира на следующий, все противники вокруг нас становятся гораздо сильнее. И вот тут вот кроется как раз-таки проблема. То есть если ты вот прям сегодня готов уже перейти на следующий уровень мира, то замечательно, у тебя еще будет время на подготовку. Но если ты будешь подниматься примерно там 20 числа 19 то я думаю в этом случае тебе лучше немножечко повременить ну либо же прыгнуть и тебе потом придется каждый день откатываться на уровень назад все проблема в том то что и надзума по обещанию разработчиков будет достаточно сложной локации Потому что все-таки разработчики пытаются сделать так, чтобы хай-энд контент какой-то был. И поэтому противники там будут набивать морду. А если ты придешь туда, только что левелапнувшись, у тебя не будут прокачанные персонажи. И ты будешь получать просто по мордасе. Поэтому да. В крайнем случае ты можешь прокачаться, но тогда тебе каждый день придется откатываться на уровень назад, для того, чтобы спокойно можно было закрывать локацию без каких-то либо проблем. Тут уже выбирай самостоятельно. Либо же хочешь получить челлендж, тогда да, спокойно прокачивайся. Если хочешь более-менее тихо, спокойно поиграть, то, конечно же, можешь уровень не прокачивать. Четвертый пункт. Обязательно выбери свой основной отряд, которым ты будешь закрывать локацию и надзумы. То есть тебе нужно подобрать отряд, состоящий как минимум из одного ДДшника, мейн ДД, который будет наносить основной урон, находясь на поле боя, двух саб ДД, которые будут помогать всячески основному керри при помощи реакции, при помощи щитов, разнообразных вещей, и четвертый обязательно хиллер, который будет отхиливать твою пати, чтобы тебе не нужно было постоянно бегать к статуям архонтов, либо же жрать большое количество еды. Если у тебя сейчас проблема именно со сбором отряда, то есть время на то, чтобы выбрать себе именно основной отряд и уже его максимально эффективно прокачать для того, чтобы можно было не ощущать проблемы при исследовании и надзумы. Конечно, нужно иметь у себя в загашнике еще несколько запасных персонажей, допустим, Венти, если у тебя он есть, либо же Кадзуха. Эти персонажи помогают в решении пазлов, потому что у них есть подбрасывание вверх вихри, которые как раз-таки очень часто помогают именно в исследовании локаций. Ну и, конечно же, иметь одного крио персонажа, то есть Кею того же самого, чтобы он помогал тебе пересекать водяные массивы. Конечно же, там же будут еще новые виды загадок, но пока что какими именно методами можно будет решать эти загадки, непонятно. Но будем смотреть, надеяться, что можно будет решать и любыми персонажами эти загадки. Пятый пункт – это подготовить максимальное количество расходников. Что подразумевается под расходниками? Это, само собой, и еда на бафы, то есть это еда на отхил, на восстановление стамину, на повышение защиты, атаки и всего прочего. То есть понятно то, что бафы действуют всего лишь там 5 минут и жрать их постоянно неэффективно. Но перед началом каких-то определенных схваток, ну и само собой хавка на восстановление хп и воскрешение, это просто масхевная штука. Приготовьте оладушков, которые делают у нас рейзер в большом количестве, крафтится они очень легко, заполните ими свою сумку и тогда у вас не будет проблем в том случае, если у вас не будет хил. Ну и плюс на воскрешение персонажа это тоже масхевная штука, чтобы тебе не приходилось постоянно бегать, опять воскрешать персонажей в статуе Мархонта чтобы не мучиться и можно было спокойно получать удовольствие от прохождения и надзумы. Плюс к тому же, не забывай еще накрафтить себе некоторое количество зелий, которые будут повышать элементальный урон, а также сокращать элементальный входящий урон. Точно так же, перед какими-то определенными битвами тебе определенно нужно будет их схавать. Шестой пункт — это прокачать репутацию в Лиюэ и в Манштате. Дело в том, то что выходом Инадзумы у нас будет дополнительная новая репутация, это прям обязательно, которую ты после выхода Инадзумы, конечно же, будешь максимально прокачивать. И как следствие, если у тебя еще не прокачана репутация Инадзумы, либо же Манштата, и ты не получил максимально эффективные штуки оттуда, то я думаю, ты отложишь прокачку этих репутаций в пользу Инадзумы. А как раз таки в Манштате и Е, как Тебе нужно будет получить как минимум две хорошие штуки. Первая штука это сухпаек. Сухпайок позволяет тебе поместить на клавишу Z еду, которая будет отхиливать тебя и воскрешать твоих персонажей. Это очень удобная штука, тебе не нужно будет каждый раз залазить в свой сундук, там выбирать еду и кормить своих персонажей. А может быть при помощи горячей клавиши Z либо же тапы по экрану спокойненько, быстро отхиливать активного персонажа. Второй эффективный и нужный предмет для исследования новых локаций – это банка с ветрами. Эта баночка нужна для того, чтобы вызывать под собой вихрь из маленьких собранных феек. ветряных конечно же. Эта банка поможет закрыть некоторых головомок в том случае, если у тебя нету венти. Если, конечно же, венти есть, то не особо сильно можно по поводу этого заморачиваться. Ну и конечно же не стоит забывать про портативный телепорт, который можно будет поставить в определенной точке и спокойненько туда телепортироваться. Но это так, из дополнительных фишечек. В общем, обязательно прокачай репутацию в текущих городах. Ну и последний, седьмой пункт, это ни в коем случае сейчас не тратить артефакты и формы для крафта оружия. Дело в том, то, что в обновлении 2.0 нам добавят новые крафтовые пушки. И конечно будет интересно посмотреть на их характеристики. И я подозреваю, то, что если разработчики будут идти по стандартной механике, как с выходом персонажей, то есть более новые персонажи более сильные, чем предыдущие, то также крафтовое оружие будет более мощное, чем текущее. Конечно же оно может быть немного немножечко более специфичным, да, то есть там на восстановление энергии, либо же нечто подобное, но мы посмотрим. И в крайнем случае ты всегда старое оружие сможешь закрафтить, а вот на новое, если ты вдруг потратишь свои формы, может тебе не хватить. Особенно зная, как редко выпадают формы, то лучше их, конечно же, приберечь. Что касается артефактов. С артефактами будет добавлена новая механика, когда ты сможешь обменивать три артефакта на один. То есть если тебе выпадают ненужные там на защиту, и ты не хочешь их скармливать для прокачки других артефактов, то в этом случае ты сможешь их обменивать на другие. И, конечно же, тут можно накопить себе тысячу ненужных артефактов и потом уже их поменять. Если, конечно, у тебя прям огромное их количество и есть куда сложить, то лучше, конечно же, их не тратить, а уже в обновлении 2.0 спокойненько их обменять. Ну и финальным дополнительным советом будет наконец-то выбрать того персонажа, которого ты хочешь выбить во время действия Инадзумы. Конечно же мы сейчас знаем о, только О двух грядущих баннерах, это баннер Аяки и баннер Йоми И поэтому тебе просто нужно выбрать На кого ты будешь тратить примагемы Либо же на мейн дд крио мечницу Либо же на мейн дд огненную Лучницу, в этот раз Да, разработчики нам предоставляют выбор Из двух мейн дд, поэтому тут Нужно будет принять решение Только нужное тебе, какого персонажа Тебе не хватает именно в твоем отряде Лично меня я скорее всего Буду выбивать Йоми, потому что там еще и есть маленькая девочка ниндзя четырехзвездочная. Ее тоже будет приятно получить в коллекцию. Но это только касается меня. Что касается тебя, напиши в комментариях, кого ты хочешь выбивать. На сегодня это все. Надеюсь, мои советы помогут тебе наиболее эффективно пройти и над зумом. Самое главное, пройти ее без боли и мучения. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.